Основная мысль стихотворения Пущина очевидна. Поэт выражает искреннюю благодарность своему другу Пущину. Он приехал к Пушкину на несколько часов, несмотря на то, что это было опасно для репутации. Когда Пущин приехал к Александру Сергеевичу, поэт стал чувствовать себя намного лучше, он заметно повеселел. Автор создал свое стихотворение, чтобы выразить признательность и благодарность человеку, который много значит в его жизни.